попытку. Ну а что касается остальной части программы, то, что вот до окончания чемпионата предстоит нам увидеть, это вот кроме прыжков в длину у женщин, еще прыжки с шестом у мужчин, также 3000 с препятствиями у женщин и у мужчин, финалы на дистанции 200 метров, очень интересными, интригующими, да, ожидается, особенно у мужчин. Ну и, конечно, интересно, ну, конечно, посмотреть, как Кристина, да, какой она результат покажет на 200-метровке, 60 метров великолепно она провела. Ну и завершит соревновательную часть открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Интереснейшая, смешанная, интереснейшая. Наигрывает пока. Наигрывает. Вот борьбу за медали уже в заключительных трех попытках. Яна Яченко, да, здесь пошли, поправили себя. Встречи спортсмен. Да, да. Но это все равно где-то в район 5-40. 5-40, вот, да, это будет сложно. Если все хорошо распрыгаются, сложно будет попасть в восьмерку сильнейших. Потом будет попасть. Вот удается так. И, ну, на сантиметр она улучшила предыдущие попытки. Яна Яченко, да, и после этого три попытки будут позади, и произойдет такой своеобразный водораздел. Дальше в другом ранжире выставятся участницы. Последний будет выполнять свои попытки. Попала на планочку. Анастасия Мирончик Иван. Так, у нас, я специально посмотрел, что там в прыжках шестом, 4 метра 80 сантиметров. Вот на такой по высоте идет борьба. Это все еще до 5 метров, это все.